Добрый день, уважаемые коллеги! В период пандемии COVID-19 неожиданно оказалось, что вирус SARS-CoV-2 оказывает влияние на орган обоняния, нарушая его функцию при отсутствии симптомов ринита. До настоящего времени в мире не существовало методов ольфактометрии у детей. Вне педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН разработана авторская методика исследования обоняния, которая успешно применяется при обследовании детей, перенесших COVID-19. 5 июня состоится вебинар, где мы постараемся суммировать имеющиеся на данный момент знания и наш практический опыт. Приглашаем вас на сайт Союза педиатров России 5 июня в 10:00 для участия в вебинаре.